да, Беларусь дело садится. Прежде всего нужно сказать, что для нас Беларусь это дружественная страна, и из наших традиций обязательно помогать дружественным странам, особенно в тяжелое время, а COVID-19 это тяжелое время для Беларуси и для всего мира. Касательно тех средств, которые есть на борту, там есть средства защиты и много чего, которые могут быть полезны для медперсонала в Беларуси. Поэтому не было никаких особых трудностей для того, чтобы организовать этот рейс. И для нас очень важно быть рядом с дружественными странами. Мы от Беларуси. Хочу выразить слова благодарности господину эмиру Катара, катарскому народу за предоставленную гуманитарную помощь в виде средств индивидуальной защиты. Это маски более миллиона, это респираторы 2-3 класса, это защитные комбинезоны, это бахилы и хирургические халаты. Непосредственно то, что сейчас расходуется в большом количестве, на что сейчас есть спрос довольно-таки неплохой. Только за последние 2 месяца привезено на сумму более 44 миллионов рублей. То есть довольно-таки внушительная сумма. Значит, процесс такой, это двусторонняя связь с посольствами нашими за рубежом и непосредственно с представителями организаций и государств, которые ее оказывают. Они спрашивают нас в основном, что вам надо, что необходимо. Мы даем то, что нам первоочередное, и, соответственно, коммуницируемся. Как только поступает помощь, в течение суток двое, мы ее быстро растамажим и распределяем непосредственно по стране. То есть получает как город Минск, так и регионы. Непосредственно те, которым это в первую очередь необходимо. Непосредственно в областях распределением занимается, как правило, это Главное управление здравоохранения, которое действительно знает, где в данный момент она нужнее и полезнее своевременно. Вовремя, правильно, здорово, огромное спасибо.